Аномальное красное сияние наблюдали накануне в России, Белоруссии, в Молдове и на Украине. В соцсетях делились фото с алыми небесами. Очевидно, сияние могли видеть и над Приднестровьем. Специалисты говорят, это явление называется «аврора». Возникает из-за сильных магнитных бурь. Разновидность северного сияния на юге такое редко увидишь. Для наших широт это само по себе уже явление довольно, ну, редкое, наверное, чрезвычайно редкое. Почему? Потому что, видимо, магнитная буря на солнышке была связана с мощным корпускулярным излучением, которое вот могли проникнуть до больших глубин атмосферы, в том числе и в наших широтах, заставляя светиться молекулы воздуха. Не исключено, что и в данном случае цвет вызван именно из-за того, что сияние наблюдалось очень на больших высотах, и другие цвета, в принципе, потерялись в пути к Земле. Что касается приборов, да, наблюдаются помехи, особенно такие сияния опасны, наверное, для спутниковой навигации, потому что вносят различные помехи. Следующую магнитную бурю ученые прогнозируют на 8 ноября. Возможно, она будет еще сильнее и снова вызовет красное сияние.